С вами Коко. Сегодня у нас битва между Тором и Виженом. Начнем с Вижена. Вижен — супербашковидный робот. Робот с человеческим сердцем. У Вижена уникальные способности. Например, он может стать неосязаемым и разорвать своего соперника изнутри. Это называется обнимашки Вижена. Вижен также состоит из вибраниума, и он довольно прочный. У Вижена есть также луч из камня, который довольно очень разрушительный. У него на голове самый мощный камень из всех камней бесконечности. Вижен один из самых умных представителей Марвел. Вижен также довольно медлительный и неповоротливый. Это его минус. Ну, ходит он довольно быстро, бегать не может. Вижен может летать. Ну, и он недаром смог поднять молот Тора. Мы переходим к Тору. Итак, Тор. Сын Одина, громовержец. Асгардский громовержец. Принц Асгарда. Тор был очень мощный соперник. Халк, Железный Человек, Локи и многие другие. Даже с Уртуром и Хелой он дрался. Ну, если честно, с 5-метровыми версиями с Уртуром. Тор очень хорошо может драться. Он знает много приемов. Также он очень ловкий и прочный. И также у него небольшая регенерация. Ну, небольшая. По интеллекту Тор как обычный человек. Интеллект у Тора средний. Также у него есть молот, которым он может пользоваться очень хорошо. Он может кинуть его в Вижена и разбить камень. Ну, нельзя, не знаю, разобьет ли камень или нет. Или, возможно, сломает. Или молниями можно его еще стрелять и по камню. И камень разобьется. Ну, напоследок давай сравним параметры. Итак, сила за Тора 1.0. Прочность за Тора 2.0. Скорость за Тора 3.0. Ловкость за Тора 4.0. Интеллект за Виженом 4.1. Регенерация за Тора 5.1. Сегодня побеждает Тор трудно. А как ты думаешь, Тор или Вижен? Напиши об этом в комментариях. Всем удачи и всем пока.